Террористическая организация, запрещенная в России, Исламское государство, взяла на себя ответственность за взрыв жилой многоэтажки и маршрутки в Магнитогорске, сообщает сайт, отслеживающий данные о деятельности террористов. Следственный комитет России призывает не доверять сообщениям террористических организаций, которые приписывают себе взрыв в Магнитогорске. Об этом в пятницу 18 января в ведомстве заявили РИА Новости. Как отмечается в Следственном комитете, в настоящее время отрабатываются все возможные версии ЧП в Магнитогорске. Окончательные выводы о причинах произошедшего будут сделаны после окончания следственных действий. Ранее Управление ФСБ России по Челябинской области посчитали, что информация о причастности террористов к взрыву в жилом доме в Магнитогорске может быть вбросом. Подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился ранним утром 31 декабря. Погибли 39 человек. Основная версия причины случившегося – взрыв бытового газа. На следующий день, 1 января, три человека погибли в городе в результате возгорания маршрутного такси. Через несколько дней после ЧП, завершив осмотр завалов, следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обнаружено не было.